Итак, лето, сейчас июнь, проехали полный бак по городу, вот проехали 700 километров по городу проехали. Значит, расход показывает 6,5 литров, там мы ездили на 92-м бензине. Остаток хода 8 километров осталось. А сигнализация Пандора показывает, что у нас еще 7 литров в баке осталось. Ну вот, а было 53, изначально она показывала. То есть летом 700 километров по городу на 45 литрах, как бы очень хороший результат, я считаю. 6,5 литров по городу, блин, это вообще неплохо, неплохо. Сейчас поедем на заправочку. А топливо было лукойловское, сейчас Газпромом зальемся. На улице жарище, 26 градусов сейчас. Москва впереди.